Да нет, все другое. Идите, выбирайте. Сегодня 24 декабря, и мы с ребятами пришли собрать деньги на ремонт машины, которая пострадала при ходе боевых действий. Принесли разные сладости и надеемся собрать сегодня достаточно денег, чтобы можно было поремонтировать машину. Магазин Дальницкий, Шеврон с передовой из Бахмута, пряники Чепаненко Ольга, Арестович, который молчит только у нас, только сегодня. Черно-белое. И цветная фотография. И главное, что он молчит. Целую в глаз, кусаю в брову. Леоконт. Дудка Анна. Газия Нормен. Очень вкусные. Очень вкусные. Очень красивые и вкусные пончики. Форма такая. Ярмарок. Ми збирали кошти на ремонт військового автомобіля, який ми купили, коли ми робили концерт Олександра Павлика. Ось, дякую нашим спонсорам сьогоднішньої ярмарки. Це Чебаненка Ольга, яка зробила пряники, Чоха, Леоконт Фоп Величко, Дудка Анна, Газія Нармен, магазин Дальницький нам теж допомог продуктами, і Гацитенка Оксана. Спасибо всем. Сейчас посчитаем деньги, сколько у нас тут в коробке денег. Пересчитали мы деньги в коробочках, у нас получилось 22 520 гривен. Спасибо всем огромное, всем, кто помог нам, кто сегодня бросал деньги в коробочку, спасибо всем.